Прохладненько, как хорошо. Кто побежал? Это дерево. Угу. Это все столовая. Артюша у нас бежит вперед паровоза. Не говори. Не устал, ничего. Уже последнее уже сегодня в таких впечатлениях, что это да, последняя да. точка отчета. Шея более 300, а именно 333. День занятой категории. Значит, первое это стартап. Компании, которые начинали под нашим крылом. Да, помощь оказывается различная. Ресурсная, финансовая, рекрутинговый центр работает и так далее. Отличный старт для вашей маленькой. Идет за девушкой, за это, чтобы не теряться. Да. Так он слушает же ее. Понятно. Я же ему кепку сюда буду слушать. Вот моя страничка. У нас приедет на наш курс. Что у нас? Ты хочу? Как я зовусь, не видит. Угу. Мы опять же сюда подошли. Допустим, я вас только от вам дома. И мне следующая задача. Просто
что-нибудь нарисовать. Да, не нужно придумывать промпты, да, чтобы машина точно поняла. Да, чтобы просто нарисовать то, что в голове сидит. Да, например, я отвечаю по своему коту, он что-то сделает. Сильно стараться не буду, не хочу, вроде не надо, да, машина за меня все она делает. А сейчас, смотря я обученная на все работы мандула, пытайте понять, что это такого нарисовала. Да, линии складывают в объекты и дорисовывают в стиле именно выбранного мной художника. Процесс занимает 20 секунд примерно, иногда больше, иногда еще больше. Но в конечное время мы получим результат, собственно говоря. Обычно к концу моей речи он уже готов. Но... Хорошо. Смотрите, я вам на всю компанию вашу даю 3 попытки. Можете рисовать вместе с кем-то, можете по отдельности. Дайте детям пусть поедут. Да, конечно. Хорошо. Кто первый будет? Арсений. Давай. Давайте, девочки. Рисуй. Дадим первое место. Не стесняйся. Нет? Ну, бери. Иди. Иди, давай. Я сейчас сама буду рисовать, я буду смотреть. Так? Ух ты! Видите, я глаза не рисовала, да? То есть... Он сам додумал, что тут кот. Ну, понимаете. Если Ван Гога, естественно, сохраню. Окей, давай. И рисуй вот здесь. Что-нибудь нарисуй, ну? Машинку. Да, что хочешь. Очертание чего-то, ну? Написался. Не хочет. Пускай внутрит. Я люблю Казань. Катю. Нет, Казань. То есть вот на буквы не признаешь вообще. Круто. Слушай. Ну да, готово там. Ну тут я не знаю, чего ожидать на самом деле. А посмотрим. Да-да-да. Хорошо, давайте. Сломайте нам все. Попробуй. Конечно, будет. Я сейчас выложу без деталей, да, нафиг. Вот, еще быстрее, чем кот. Вау, ничего себе! Ничего себе! Нормально. Молодец. Давай. На, держи своего. Элементарно, по мне это, да? Ему надо что-нибудь такое. А зачем? Вот да, такого мы солнышко не да, даже подпись не использовал. Автограф. Это единственная моя картинка такая, больше такой нигде нет. Ну кто следующий? Третий. Последний? Ну и рисуй.